Ставрополе прошел отборочный этап Всероссийской спартакиады Следственного комитета России среди управлений Северокавказского федерального округа. Торжественное открытие прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юг-Арена». На протяжении 4 соревновательных дней в 5 дисциплинах приняло участие более 120 спортсменов из главного следственного управления по СКФО, следственных управлений по Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чеченской республик, Северной Осетии, Алании, Дагестана, Ингушетии и Ставропольского края. Такое массовое увлечение спортом и стремление к здоровому образу жизни исключительно важно, ведь от энергии и здоровья каждого из сотрудников зависит эффективность их работы. Ну, во-первых, вы знаете прекрасно, что работа следователя очень напряжена, да, в том числе и с точки зрения психологических нагрузок, моральных нагрузок. И вот такие мероприятия, прежде всего, направлены на то, чтобы немножко разгрузить следователя, да, от повседневной работы. Вот Владимир сказал, что сегодня приехало больше 100 человек, на самом деле 128. Это следователи, работники следственных управлений всего СКФУ. Они, соответственно, кроме того, что будут соревноваться, они будут еще разговаривать, поддерживать контакты. И для нас это очень важное мероприятие, потому что мы получим новых друзей в соседних регионах. Они получат прекрасный гостеприимный Ставропольский край. И кроме победы, конечно, которая, конечно, в каждом виде соревнований будет принадлежать одной команде, еще есть победа общая. Это вот наше единство и сплочение в рамках нашего федерального округа. Но очень радует, что это именно Ставропольский край. Участие в спортивных соревнованиях дает возможность проявить целеустремленность, волю к победе, настойчивость, качества, которые и в профессиональной сфере помогают добиваться высоких результатов. Работа Следственного комитета, она напрямую связана с обеспечением безопасности. И мы видим, что люди здоровые, смелые, готовые соревноваться с друг другом. И в то же время мы видим защищенность. Поэтому я думаю, вот этот понятие защищенности, когда все следственные органы Северокавказского федерального округа собрались в центральном аппарате, собрались у нас в городе Ставрополе, это, знаете, вселяет уверенность в людей. Ну и еще один немаловажный факт, как бы там ни было, это развитие. Это развитие города Ставрополя. Мы показываем там наши новые арены, которые построили. Мы их используем и точно понимаем, что дальше нужно будет еще развиваться. Подобные мероприятия – это опыт, который позже помогает решать самые сложные должностные задачи. А еще это возможность для коллег из разных субъектов узнать друг друга получше, обсудить важные и общие вопросы, а также поделиться опытом. Сабина Гурбанова и Максим Квитковский, АТВ «Ставрополь».